Прошло 48 часов. Нет, я знаю. Погодите, я вам перезвоню. Том! Причер! Эй, ты в Мадриде, в больнице. Ты меня слышишь? Лена. У них все хорошо. Все хорошо. Они опоздали на поезд. Лена? Они опоздали? Том. Белла. Она здесь. Папочка. Привет, малышка. Капитолия.
На том судне, в центре. Он твой, Причард. Черт, снайперы. Причард, замри, не высовывайся. Там, это Мазов. У нас есть поддержка с воздуха. Никак нет. Птички заправляются. Еще минимум 20 минут. А не прямая? Думаю, это можно устроить. Причард, используй ЛЦУ и подсвети это здание. Отлично. Сейчас устроим им сюрприз. 3, 2, 1. Орать можно. Немного высохнем здесь. Снова дверь. Исабелла. В буклетах как-то все иначе, правда? Чисто. Налево. Тому переулку. Будь начеку, Прич. Здесь легко могут прятаться абусаяповцы. Убить! Убить! Убить!
Бабло! Бабло! Полегни, Том!
идет сюда! РПГ! Наверху! Наблюдать за Капитолием самим. Понял. Мы убрали около 30 абу-саяповцев. Бойцы серьезные, местные знают, так что... Будем начеку. Что слышно от Бареры? Местные говорят, что он не в этом районе, но связь держит. Так что мешать не будет. Ага, будет руководить из глубокого тыла. Понял, Вуду. Свяжемся, когда дойдем до Бетти. Часть Капитолия. Понял, Вуду. Что видно? Шестеро заложников. Мужчины и женщины. Три вооруженных охранника. И... Что там? Не могу разглядеть. Вот дерьмо. Халиф. Генерал Баррера. Видим приоритетную цель. Тут Маруан Аль-Халиф. Наш человек на позиции. Отходите. Генерал, наш боец взял прицел. Мы можем стрелять. Отходите, Мазар. Черт, Игорь, 12, у нас тут еще кто-то. Шейх, алхамдулилля. Пока ана лауан. Жаат лахзатуна. Олли. Айя ты лахзателк? Сабабу жудуна жамиан хуна. Надр вассакр ламак. Ахмак. أنت سبب وجودي هنا. أنت وعزك سبب قدومي إلى هذه المنطقة الندمة من العالم. يا شيخ، لقد رتبنا كل شيء. لقد احتجزنا راهن عيدا. Заложник убит. Никак нет, он убил своего. Кто этот парень? Он просто чокнутый. Генерал, мы не можем опознать неизвестного. Отходите, Мазар. Игорь 12, видите цель? Саяшу. Черт, он уходит. Мазар красный, красный, бегаю за целью. Воду, держи халифа на мушке, жди. Красный. Игорь 12, стреляй! Занимаем позицию, сэр. Жду сигнала. Генерал, нам нужно опознать. Стреляй давай, ну! Халиф убит, халиф убит. Воду, никак нет, это не я. Игорь 12 выстрелил. Игорь 12, цель уничтожена? Не знаю. Воду, что там у вас? Заложников и цель не вижу.
Ричард, идем. Вуду, давай к лодкам, нам нужен транспорт. Взрывы в поездах и Басилан, они связаны. Пентрит. Он был там. Кто? Халиф. Стал мучеником прямо у меня на глазах. 35 жертв. Теракты были и на других вокзалах. У нас только об этом и говорят. Я не вернусь. Я завязал. Среди них было 12 детей. Мы опознали человека в Басилане. Сад Аль-Дин. Он же Ибрахим Аль-Нажди. И это только начало. Том, все в порядке? Да, все хорошо. Начало чего? Это нас не касается. Так не может продолжаться. Все, что там происходит, касается тебя, касается нас. Впусти меня в свою жизнь. Хотя бы немного. Пошел! Я
Игорь 12, это Мака 1. Будь на позиции. Мы идем к тебе. Мало, держи. Игорь 12, это ты стрелял? Я выполняю приказы. Этот гребаный генерал ни хрена не знает. Эй, сюда! Там, это Мака. Доложи обстановку. В воздухе, пара бит с юга от Капитолия. Приготовься, поддержишь нас огнем. Понял. Таков план, генерал. Вот через переднюю дверь. Адрес послание. Три. Наладывайте указания. Пометите позиции. Отойдите. Сейчас будет удар с воздуха. Понял, генерал. Перейдаю. Укрытие. Генерал, у нас пострадавшие. Кто? Какой вход? Да ты издеваешься. Нас Анна мама геликоптер. Тега, вот муна. Можешь залить на крышу? Так, давай на крышу и подай сигнал дымом. Мы найдем отряд Браво и начнем переговоры с похитителями. Что мне делать? Что мне делать? Мы заходим и освобождаем заложников. Если ничего не делать, они трупы. Принимаю командование на себя. Хорошо. Переключите рации на 1-4. Приказы только от него. Мы идем за заложниками. Мне понадобится пара твоих лучших ребят. Икау, атикау. Сумама каю хамана. Мы идем слева. Твой отряд идет справа. Внутри встречаемся. Все ясно? Вперед. Рич, ты со мной. Думаю, мы можем там зайти. Отлично. Сюда! Направо!
Валик! Идем сюда! Да тут тупик! Обратно у стены, мы перейдем. Твоя очередь. Понял, капрал. Этажом выше! Вперед! Буду! Мака-1 идет к месту расположения заложников. Осталось 10 минут. Цель справа! Нужно добраться до заложников! Времени мало! Определите цели. Вперед! Ну что? Ну что? Иди, Слава, как лаю! А Алиса, го! Я плаваю! Таков, папу!
коридоре пулемет. Брич, дверь! Иди с фланга! Где же заложники? Кабинет мэра. Понял. Брич, к двери. Вот. Готов? Все чисто. Успокойтесь, мы вытащим вас отсюда. Гуду, это Мазер. Где там мои лодки? Мазер, мы вас видим. Часы тикают. Либо сейчас, либо никогда. Понял, Гуду. Идем к вам. Верхний этаж налево. Двигай, двигай. Паладин один, это Мазер. Направляемся к точке сбора Альфа. Понял вас, Мака. Вперед. 12 попали. Все два, большое количество солдат противника на реке. Можем прикрыть отход Мако. Вот, поехали. Причер, становись за гранатомет. Побыстрее. Да, все сели, поехали. Мака 1, Си-2, Паладин 1, идет в идеале. Сигнал будет один. Понял. Мазер, прикрывай. Тут везде абузаяповцы. Смотри, чтоб заложники не высовывались. Все понял, Гуду. Паладин 1, это Мака 1. Движемся к основной точке эвакуации. Понял. Почти на месте. Как заложники? Он стремится, потеряем его. Понял.
Черт побери, ни хрена не видно. Паладин, уходите, уходите. Теряем видимость. Понял, паладин один. Я в порядке. Тихо, пригнитесь. Буду, мы у вас сзади. Рассказывай все, что видишь. Ясно. Жми на газ, брат, а то нас тут всех перещелкают. Цели на мосту. Держитесь левее. Впереди обломки. Это секретная программа. Наше новое совместное предприятие с Лэнгли. Они назвали его отряд Blackbird. Мне нужно время. Поправляйся, но не тяни. Мир меняется прямо у нас на глазах. Похоже, у Вуду и его парней будет много работы. Да, он тоже в деле.